Спасибо большое мэру этого города Ренату за приглашение. Для меня это правда огромная честь. И я хочу попросить вас сейчас всех поднять телефоны и включить фонарики. Всех. Всех-всех-всех. Здесь идет видеосъемка, экран летает. Вообще сколько дел... Вы нас слышали, да? Не давайте! Ренат! Ребят, ну как вы приветствуете начальницу, ну? А, да? Даже так? Нет, я просто молдавский гастарбайтер, это знаю весь город, вся страна. Ренат, вот я давно хотела сказать, Ренат, вот Ренат, такое прекрасное имя. Как вообще это имя ваше, можно вообще перепутать с каким-то другим? Давайте Р, тара-та-ра-та, Е, Р, А. Давайте так, как, помните, когда освобождали Молдавию? Какой был девиз? Бузова, Бузова. Ребят, если вы приглашаете ее министром культуры в страну? Я только за. А представьте себе, если Бузова будет президентом, сколько стран закроется и сколько новых откроется. Боря, вас любят пенсии. Большое спасибо, что вы к нам приехали. Вы знаете, пенсии всегда любили прикольные, правильные. И самое главное, людей, которые не умеют предавать. Сегодня эти все люди, их аплодисменты для вас. Ренат, я честно хочу сказать, вот, мне кажется, что именно такие люди должны вести за собой людей, потому что этот человек не только делает для вашего города все хорошо, но он еще так встретил нашу команду, так позаботился обо всем, сам лично, и такой праздник устроил для вас. Я к вам приехала, вы понимаете? Учитывая, что завтра у меня спектакль в Минске, а позавчера был сольник в Москве. То есть, давайте поаплодируем мэру этого города, Ренату! После Нового года, когда Ольга закончит с Дубаями, Таиландами, дом 2, дом 3. Послушайте, если вы хотите видеть ее постоянно, ее нужно срочно выдавать здесь замуж. Кстати, вакансии еще свободны. Поэтому мы начинаем откладывать с первого января деньги. Вы знаете, я отказываюсь от зарплаты. Главное, Бельцик, дом 3. Ищем жениха. Мы найдем хорошего агронома. Студенты! Ну а давайте сейчас, Ренат, у вас все-таки такой глаз народа. Я просто... Сейчас будет очень красивый номер. И здесь только камера. Скажите, пожалуйста, им... А, не слышите меня? Скажите, пожалуйста, им, чтобы они все фонарики включили. Берцы, а ну давайте прикол. Давайте сделаем самое крутое селфи на всю страну. А сколько здесь вы знаете, народу? Вы знаете, были десятки тысяч людей. Послушайте, это площадь для танка. Ребят, выключите свет. Просто. Выключите свет. Выключите мост. Выключите свет. Выключите и давайте, мост. Ребят. Давайте в дуэте. Вы говорите свет, а я про дуэте. Выключите свет. Я люблю просто командовать мужчинами. Я понимаю, что должна слушать. Выключите свет. Она реально прикольная. Ну говорите, выключите свет. Выключите свет. Выключите мост. Выключите свет. Выключите мост. Выключите свет. Выключите мост. Ты не вошел в хит-парад моих мыслей. Ребят, дальше конец площади! Свет, свет, пожалуйста, включите фонарик. Мы сейчас сделаем селфи, а потом устроим самое красивое событие. Пожалуйста, что страна и на вас. Бенцы! Бенцы! Фото хотели? Он видео снял. Ну, мужчина, это мужчина. А, ну, конечно. Плюс 300 долларов. Ребят,
Ребят, спасибо. Вот эти ролики, которые точно ей понадобятся в Инстаграме, ей не хватает 500 000 для того, чтобы было 17, поэтому давайте вот вы вместе. Ты не вошел в хит-парад моих мыслей. Не присылай ты не попал. Сейчас другая песня, Ренат. Я пошел в следующий Пенсия!